Только лоб, только победа. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Да. Не просто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется. Ты куда телефон? Будут участники, среди которых немало звезд и футбола, и хоккея, и большого футбола. Призеры чемпионата Европы, чемпионы Советского Союза, чемпионы России, серебряного олимпийского призера и бронзового призера чемпионата мира. Номер 8 Александра Трусова. Встречаем! Какая экипировка! Поэтому надеюсь, что этот турнир, как бы просто эти матчи будут традиционными. Всех с Новым годом и, самое главное, без травм. Как часто играешь в хоккей и насколько помогают скиллы из фигурки? Ну, из фигурки только умение кататься, наверное, помогает. Остальное все по-другому. И вот с такими защитами я первый раз играю. Очень тяжело кататься так. Вот. А раньше играла просто с братьями и с папой. А сейчас я почти не играю. Я живу отдельно, поэтому почти не играю. Дорогие друзья, первый игровой отрезок этого исторического матча у нас завершен, поэтому попросим арбитра дать свисток, тем более, что организаторы подготовили... Руслан, как вам атмосфера в таком снежном Черкизово? Ну, великолепное настроение, но у нас есть тренер, который настроил на игру, Михаил Лихачев. О, вы здесь, да? Который опять нам принес победу, это приятно, спасибо. Спасибо, давай. Ну, а на самом деле еще плюс заслуженные люди играют, и рядом с ними оказаться рядом, это уже дорогого стоит. Как вам оказаться на льду? Насколько сложнее забивать, чем в футболе вам? Ну, я забил после свистка, как все уходили, а я оставался. Так что я один забил, ничего не знаю. А так, повторюсь еще с легендами нашего хоккея, просто находиться рядом – это уже большое достижение. И спасибо организаторам, что пригласили на этот прекрасный день и открытие шикарного катка. Да, вот Виталий Погодин правильно говорит, легенда. Вы на выезде играете, что вы хотите? Как вам атмосфера сегодня, Федор? Честно говоря, прекрасно, не ожидал даже, что это такое масштабное мероприятие. Я не так много знал про него, так как были сейчас на сборах. Вот, недавно приехали, и я поражен вообще обилием звезд. И хоккея, и футбола. И в принципе, сам масштаб мероприятия прекрасный. Насколько сложно играть на льду после песка? Ну, если ты вообще никогда не играл на льду, я думаю, это архисложно. Я все-таки иногда тренировался, и в хоккее вот в межсезонье тоже занимался. Нормально. Похоже на пляжный футбол. Насколько вообще часто чемпионы мира по пляжке играют в хоккей? Не знаю, может, я первый, может. Но один из немногих, это точно. Виктор Иванович, как вам сегодняшний матч? Как атмосфера? Замечательная атмосфера. Самое главное, что все собрались, и приятно, что вот как-то вспоминается даже детство, когда и футбол, и хоккей, и пляжные, и фигурные катания. Выходили, все катались, играли и получали удовольствие. Здесь как раз вот это и было. Я думаю, что у всех получился такой замечательный. Маловато болельщиков, конечно, но замечательный праздник. Я думаю, что такое надо продолжать. И посмотрел все футболисты, и пляжники, и мини, и большой футбол. Все довольно-таки в приличной форме находятся. Шайба в воротах! Лучший бомбардир Федор Земсков забрасывает шайбу пляжного локомотива, дорогие друзья, и заканчивает этот исторический матч со счетом 3-3. Игра завершилась ничья. Приглашаю команд на построение. Аплодисменты команде «Локомотив». Федор Земсков, нападающий.
Ян Белецкий, Роман Путинцев, Дмитрий Лоськов, аплодисменты. Вадим Евсеев, еще больше аплодисменты. И мы всех поздравляем. Все, дорогие друзья, все награды вручены. Игра завершилась ничью, но честно скажу, что эта игра только Локомотива. Как вам сегодняшний праздник? Классное мероприятие, да, первый раз мы участвуем на льду, да, до этого и на песке, и на паркете, и на большом поле. Классно все сделано, хорошая погода, слава богу, да, не сильно холодно. Победила дружба в 3-3. Как сегодня с хоккеем справились наши чемпионы мира по пляжному футболу? Великолепно. Я считаю, что футболисты внесли весомый вклад. И Дима Сычев забил пару шайб, забросил, правильно так говорит. А сейчас Федя Земсков сравнял. Так что приятно удивили футболистов. Но я знаю, что ребята катаются, играют, поэтому проявили себя с наилучшей стороны.